языке, конечно. Не знаю, почему открыт мне благодать и дар, и почему спасение щит мне дан от вечных кар. Но я знаю, в кого я верю, ничто меня с Христом не разлучит, и Он мне наследие вручит день, когда опять придет. Споем. Не знаю, почему открыт мне благодать и дар, или почему спасение щит мне дан от вечных кар. Но я знаю, кого я верю, ничто меня с Христом не разлучит. И Он мне наследие вручит в день, когда опять придет. Не знаю я, как Бог дает мне веры луч живой, и как та вера мир несет скорбящему душой. Но я знаю, кого я верю, ничто меня с Христом не разлучит, и Он мне спасение вручит в день, когда опять придет. Знаю я, как Дух Святой открыл мне путь Христов, и как дает Христос благой прощение всех грехов. Но я знаю, кого я верю, ничто меня с Христом не разлучит, и Он мне спасение вручит в день, когда опять придет. Знаю я, что в жизни мне назначена неси, и как меня к родной стране Бог хочет навести. Но я знаю, кого я верю, ничто меня с Христом не разлучит, и Он мне наследие вручит в день, когда опять придет. Не знаю времени ни дня, когда Господь придет, или как через смерть или сам меня в тот день Он позовет. Но я знаю, кого я верю, ничто меня с Христом не разлучит, и Он мне наследие вручит в день, когда опять придет. Вот это то, что мы можем знать посреди всего того, что нам неизвестно. Нам неизвестно, какая будет завтра погода. Синоптики пытаются отгадать, пытаются нам что-то сказать. Но мы выходим на улицу и видим, что прямое несоответствие с тем, что они говорили. Также мы не можем знать все эти беды. И мы начали с вами говорить про Давида и про все те неприятности, которые свалились на его голову по пророчеству Нафана. Вы помните, когда он согрешил с Версавией, пришел Нафан и сказал, что отныне теперь не будет такого спокойного времени для тебя и твоего царства. Одно из событий, которое происходит, это восстает его собственный сын, желая занять его трон. Мы говорили о двух свидетелях в прошлый раз, с начала главы, когда каждый из них советовал то, что ему виделось. Один из них Ахитофел, который был советником Давида, и который знал по-настоящему ситуацию, будучи на этом посту долгое время, мы находим, что его совет принимали как за Божий или за сверхъестественный какой-то, самый лучший из лучших, то, что мог советовать Ахитофел. Но мы находим также другого человека,
друга Давида, который находится в царстве Авессалома как шпион, который предназначен разрушить совет Ахитофела для того, чтобы дать больше времени Давиду собраться силами и выступить для того, чтобы оставить царя Давида на посту, на том, который Бог предназначил ему быть. Потому тогда, когда мы будем продолжать сегодня нашу главу, откройте вторую книгу Самуила, найдите 17 главу, где мы в прошлый раз дошли с вами до 14 стиха, где теперь, выслушав совет Хушия, мы увидим, что Шапс призвече, Купайс призвече. Мы увидели, что совет Хушия оказался лучшим, чем совет Ахитофела. Если вы ищете, это страничка 356, если у вас такая Библия, как у меня. 356 страничка. Во 2 Самуила 15 мы видели, как Авессалом начал восставать против своего отца. И в прошлый раз мы видели, что вокруг Авессалома были люди, которые восстали вместе с ним. А мы также узнали, что независимо от того, в какой части Священного Писания мы находимся, мы можем видеть действующую руку Божью. В каждом нашем дне мы видим действующую руку Божью. Вы сегодня проснулись, вы могли бы не проснуться, как многие, скажем. Я не знаю, слыхали вы случай или нет, в парке в Кишиневе дети игрались, какой-то там столб стоял, и там какое-то короткое замыкание произошло. 11 лет и 6 лет, по-моему, мальчик. Да. Что-то они там коротнули, скажем там. Кто-то говорит, что это жара виновата, кто-то еще что-то говорит. Но девочки нет живых. Мальчик еще находится в реанимации. Вот так быстро, в 6 лет, жизнь может закончиться, скажем. В прошлый раз мы также узнали о совете, который был дан Авессалому. К нему пришли два советника. Один из них Ахитофел, это был советник Давида. С другой стороны Хуши, друг Давида. И мы знаем, что Хуши вернется в Иерусалим. И он даст совет по неспровержению совета Ахитофела. Хуши подобно шпиону. Он работает на стороне Давида. В прошлый раз мы видели совет Ахитофела, удовлетворенность Авессалома. То, что сказал Ахитофел, как бы понравилось Авессалому и понравилось старейшинам. И мы говорили, что убить Давида, это было плохое решение. Почему? Потому что Давид создал это царство, скажем так, объединил колено Израилева вместе. Много войн провел для того, чтобы расширить территорию. И теперь Давид плохой. Потом мы посмотрели на вызов Хуши и совет, который дает Хуши, который теперь берет верх над советом Ахитофела. Мы усвоили также в прошлый раз, что совет Ахитофела был самый доверительный совет. Он служил Давиду, но мы знаем, что он эгоистичный совет. Почему? Потому что Ахитофел, без того, чтобы советоваться с Авессаломом, говорит, я пойду, я возьму, я убью, я приведу, и все на букве «я». А в чем беда этого в нашем постсоветском обществе? Помните, коммунисты говорили, мы идем в светлое будущее, а вы тут отморозки какие-то, тут тормозите нас или не даете нам. А где светлое будущее, скажите мне, я хотел бы видеть его. Развалилось, потому что не включили в Бога в свои планы. Только я, а Бога ноль. Он забыл о многих случаях, где Бог защищал Давида в прошлом. А помните, как Бог защитил Давида от льва? Если вы не знаете, кто такой лев, сходите в зоопарк. И, по-моему, в прошлом году там нового работника приняли. И тот не видел льва. Я не знаю,
где там лев прятался, он зашел его кормить, лев выскочил, поломал ему все, и через, по-моему, 2 недели он скончался. Давид был хитрее льва или умнее льва. Он не позволил льву следить за ним, а он выслеживал льва. Понимаете, в чем беда? И когда он нападает на льва из засады, или на медведя даже, лев или медведь оказывается врасплох. И он отбирал овечку или ягненка, кого он там успел забрать, и уносил, никакого ущерба стаду не было из-за того, что Давид был добрым пастырем или заботящимся пастырем. Каждый из вас, наверное, знает о специфике работы пастуха. Что у каждого пастуха есть, наверное, собака, которая вместо того, чтобы пастух бегал и заворачивал овец, чтобы они не пошли, скажем, в лес, где могут там змеи быть, или я не знаю, какие ядовитые растения могут быть там быть, или еще не знаю чего. У него есть собака, которая не только заворачивает овец, что каждый может быть благодарный такой собаке, скажем, что она меня удержала от того, чтобы я заблудился в лесу, допустим, или попал в яму какую-то, или там, я не знаю, что в лесу бывает. Но у собаки есть еще две полезных роли, которые не каждый признателен им. Скажите, когда вы отдыхаете и лает соседская собака, что вы хотите сделать этой собаке? Когда она уже перестанет там, чего она лает там, это все. Но это природа собаки, она не может мяукать, она не может там пищать или как-то еще петь, как птицы, скажем. Это природа собаки, она должна гавкать. А вот для христиан, если перевести, пастырь имеет право погавкать на какую-то овечку. И не только погавкать. Но специфика собаки в том, что когда овца не хочет возвращаться к стаду, где она предназначена быть, чтобы выполнить план по шерсти, по мясу, по молоку, по не знаю для чего еще там их держат, может быть, еще какие-то цели преследуют. Я знаю, что есть фабрики, которые даже перемалывают кости животных, и из них какие-то удобрения делают или что-то делают, скажем, безотходное производство. Вот если овца уходит от стада, а что это означает? Что меньше будет шерсти, что меньше будет молока, меньше эффективности в стаде. И собаки позволяются не только погавкать на эту овцу, но также покусать ее, может быть, за копыта или там за ноги, чтобы она почувствовала, что так, ей нужно вернуться к стаду, ей не нужно идти туда, где опасность, где там электрический забор, возможно, или там еще какие-то препятствия есть. Для этого есть собака. Я не знаю, у Давида была ли собака. Точно, наверное, был ишак. Вы видели, наверное, что у каждого стада есть ишак. А для чего нужен ишак? Думали когда-нибудь? Кто работал пастухом? Кто связан был с овцами когда-то? Ишак, вы слыхали, когда он орет, да? А вот наступает какой-то час, и он орет, неважно, что бы там ни было. И шаг для того, чтобы предупредить опасность. Если он видит змею или там волка, или я не знаю кого, видит и шаг начинает подавать сигнал. И вот этот сигнал дает знать пастуху, что там опасность, туда нужно обратить внимание. Есть много других специфик про овец. Мы посмотрим также на Бог не только защищал от льва и медведя, или Давид не только защищал стадо от льва и медведя, он также защитил все царство от исполина Голиафа. Я очень и очень думаю, что все то время, сколько он проводил на поле с овцами,
он не проводил зря. Он учился метать эту пращу или пользоваться этой рогаткой, скажем, я не знаю, а в сегодняшний день с чем можно сравнить то, чем увлекаются мальчишки, скажем. Вот эта праща была эффективным инструментом для того, чтобы поразить цель на расстоянии. И четкость или меткость, искусство бросание вот этой пращи помогло Давиду поразить Голиафа на расстоянии. Я не знаю, как он высчитывал, были ли у него математические формулы для того, чтобы рассчитать силу удара, чтобы он точно прилетел ему в лоб и точно пробил ему череп, и чтобы этот громадный Голиаф упал мертвым. И Давид мог подбежать и отрезать его же мечом голову. Но это говорит мне о том, что наше время христианской жизни или время благополучия мы должны использовать на то, чтобы вооружить себя Писанием, чтобы снабдить себя способностью проходить вот эти трудные времена, когда выступает мирской Голиаф против нас со своей всей системой и желает подчинить себя ему. Скажите, обязан ли мы подчиняться миру? Вот кто-то придет к вам с какой-то новой идеей, скажем, чтобы вы стали участниками или промоутерами, или агентами, или еще не знаю чего. Помните Петра с Иоанном, которые проповедуют на улице, и приходят к ним эти люди с Синедриона, которые говорят: позволительно ли вам? Где ваше разрешение? Где ваш допуск на проповедь на улице? Что отвечают смиренные Петр и Иоанн? Я не думаю, что они были наполнены гордостью. Они сказали: мы делаем то, что нам Бог повелел. То, что вы хотите, чтобы мы делали, мы вам не обязаны подчиняться, скажем. Мы делаем то, что поручено нам Богом. И вот это случай, когда Давид, он подчинялся тому, что поручено ему Богом. Бог научил его кидать эту пращу, метко кидать, там сопротивление ветра рассчитывать, или я не знаю, что еще надо было включить в то, чтобы этот камень попал в лоб Голиафу. Также третий случай. Мы находим много лет преследования Саулом, что позволило Давиду знать всю вот эту пустынную местность вокруг, где все пещеры, и все холмы, и все ущелья, где можно пройти, тропки вот эти, козьи, знал Давид наизусть, поскольку Саул много лет преследовал его из зависти. Также мы усвоили в прошлый раз, что совет Ахитофела был смертельным. Это была хорошая военная стратегия. Он думал, что Давид, уставший, слаб руками, упадет и будет разочарован. Какое, скажем, подлое действие прийти, когда человек не может дать отпор и поразить его в этом слабом, разочарованном состоянии. Давид был близок к такому состоянию. Вот почему его совет был смертельным. Ахитофел советует атаковать. Сатанинская стратегия похожа на стратегию от Ахитофела. Он собирался атаковать, когда вы не бодрствуете. Вот почему в каждый день мы советуем читать Писание. В каждый день, когда есть служение, приходить для того, чтобы внимать тому, что Бог желает нас предупредить или снабдить нас информацией, как противостоять этому миру плоти и дьяволу. Затем мы видим старейшин и Авессалома, что их устраивает, 4 стих, то, что сказал Ахитофел. Эти люди стали настолько испорченными, они видят смерть Давида как правильное дело. Они думают, что смерть Давида произведет гладкий путь для нового царя. В 5 стихе мы видели, что Бог делает нечто, что только Бог может сделать. Авессалом ищет совет Хушия, который
Бог желает разрушить совет Ахитофела. И мы усвоили, что Хушей сказал Авесалому, что твой отец знает человек с сердцем льва. Ты желаешь его преследовать? Вначале ты должен подумать, достаточно ли ты смышлен. Наверное, что каждый из вас, кто растил детей, вы могли бы сделать, допустим, работу в 3 раза быстрее, да? Вот, допустим, вам книжку надо сделать, да? Но вы не делаете ее своими руками, а позволяете вашему ребенку, чтобы он научился это делать. Почему вы это делаете? Почему Бог с нами так делает? Бог мог бы спасти весь мир, но почему-то Он доверил нам это служение для того, чтобы мы могли бы стать вот такими сработниками или помощниками, а в том, чтобы спасение дошло до ума кому няки какого-то или там атеиста какого-то или кого-то еще. Вот почему Давид делает то, что делает. Ты думаешь, что достаточно смышлен, чтобы его атаковать. Авесалом, когда он узнает об атаке, он посадит своих людей в засаду и возьмет всех их, и тебя поразит, а людей пожалеет. А вот что напугало Авесалома, что Давид из засады может выстрелить Авесалому в спину, а где он даже не будет ждать этой стрелы в спину. Хушай говорит Авесалому, что это не метод преследовать твоего отца. Хушай основывает это на хорошей репутации, которую Давид заслужил за много лет. Мы узнали в прошлый раз, что нельзя жить благодаря репутации. Бог желает, чтобы мы были в его битве, не боялись чьей-то репутации. Помните, иногда хороший совет, что вы скажете дальше? Это не лучший совет. Вот что нужно сделать, услышав хороший совет. Вам нравится этот совет, но есть и лучший совет. Библия всегда предлагает нам путь превосходнейший, путь, который лучше, чем наш человеческий ум может придумать, где минимум усилий от меня, это нам кажется хороший совет. Но у Бога есть лучший совет. И вторая вещь, которую мы усвоили, что Хушей обращается к глупости Авесалома. Стих 11. В первом совете ему заметим, если ты пойдешь на битву своей собственной персоной. А вот что делает Хушей. Заставляет его включиться в сражение. Мы узнали, что Хушей апеллирует к гордости Авесалома, к его жажде силы. Он говорит ему собрать огромную армию и самому ей руководить и победить Давида. Это хороший совет для Давида. А Давид собрал бы армию. Давид не боится сражения. Давид много раз был в сражении. Он доблестный, мужественный воин. Но таким воином не является Авесалом. Авесалому, чтобы руководить сражением, нужно многому было бы научиться. Это дало бы Давиду время для восстановления и собраться силой, вооружением, чтобы реорганизовать армию. Но это время, когда Давид по эмоциональной угрозе смерти, предательства. Давид пишет в Псалме 42-м. Он открывает свое сердце Богу. Заметьте, что делает Давид среди испытаний, в которых находится. Посмотрите в Псалом 42-й. Рядом с 17 главой 2 книги Самуила. «Как олень стремится к водным потокам, так стремится душа моя к тебе, о Бог. Жаждет душа моя к Богу, к живому Богу, когда приду и явлюсь перед Богом». Вот почему мы пели «Или почему спасение щит мне дан от вечных кар?» Кто является нашей судьбой или нашим руководителем тогда, когда мы не знаем, что делать, когда мы стоим на этом перепутье, где расходятся дороги, где мы не знаем, чем закончится та дорога и чем закончится эта дорога. А вот тогда нам нужен Бог. Давид спрашивает, когда это закончится? Его проблема привела его к Господу. Он жаждет
значит, интенсивное желание, или страсть, или голод, жажда, желание обладать движением его сердца. Иисус сказал, тот, который алчит и жаждет праведности, будет наполнен. Когда мы ищем Бога, Дух Святой наполняет нас и восполняет нас, и обеспечивает то, что не достает в нашей жизни. Посмотрите на скорбь. Псалом 42, стихи 3, 6, а потом 9 и 10. Третий стих. «Слезы мои были пищей моей день и ночь, в то время, как они говорили мне постоянно, где Бог твой?» Когда вы оказались на дне ваших решений, люди задают вопрос, где Бог твой? Почему это все происходит в твоей жизни? Что с тобой случилось, что ты оказался в этом положении? «О Бог мой, унывает внутри душа моя, потому буду вспоминать о тебе с земли Иордана и Арманитов с холмами Цар. Скажу Богу, скале моей, почему ты забыл меня? Почему ухожу я стеной из-за притеснения врага? Как мечом в кости мои поносят меня враги мои, в то время, как они говорят мне ежедневно, где Бог твой?» Вот подобные ситуации оказываются в нашей жизни, когда у нас не все идет гладко. Что-то случается, какая-то болезнь, какая-то проблема, какая-то финансовая, может быть, или еще что-то. А что заставляет спросить нас, а Бог как мне в этом поможет? А что Он сделает для меня в этом случае? Давид в смущении. Он озадачен, он шокирован. Где же Бог твой? Его душа повержена. Когда вы повержены и смиренны, вы унижены. И вот посмотрите на 5, а потом на 11 стих 42 псалма, где находит он силу и ответ для всех своих врагов. Псалом 42, 5 стих. «Почему унываешь ты, о душа моя? И почему ты обеспокоена во мне? Надейся на Бога, ибо я буду еще восхвалять Его за помощь лица Его». И мы знаем, что Давид не остался разочарованным. Он буквально через главу, в 19 главе, он снова сядет на трон, а снова будет руководить царством. Посмотрите на 11 стих. «Почему унываешь ты, о душа моя? Почему ты обеспокоена во мне? Надейся на Бога, ибо я буду еще восхвалять Его, который есть здоровье лица моего и Бог мой». Не стоит оставаться в этой яме, где враги желают нас видеть, закидывая нас вопросами, почему тебе Бог не помогает, а что с тобой случилось? Он говорит, я буду. И это дает ему снова надежду на то, что он будет восхвалять. И это будет здоровье лица его. И Бог, он обязательно выведет его из этой пропасти. Давид спрашивает Бога, почему я разочарован и в депрессии? Надежда в Боге. Он в конце осознает, что Бог работает за этой сценой на стороне Давида. Бог использует худшее, друга Давида, чтобы противостать совету Ахитофела. Авсалом должен сделать выбор. Во всем этом мы усвоим важный принцип. Когда вы желаете выразить что-то, что не имеет приоритета, что не требует внимания, вы скажете, отложи это на потом. Авесолома выбор заслуживает совета Ахитофела разрушить и отложить на потом. Приходили вы в кабинет к начальнику и приносили, может быть, заявление или что-то еще, и он ставил его туда, в нижний ящик. Это что значит? Что никогда, ни за что он не будет рассматривать ваш вопрос. Вот таким оказался совет Ахитофела в нижнем ящике. Никогда никто на него не обратит внимания. Потому мы снова с 14 стиха прочитаем и пойдем дальше. «И сказал Авесалом, и все люди Израиля совет Хушая Архита лучше совета Ахитофела. Ибо Господь решил разрушить добрый совет Ахитофела с тем намерением, чтобы Господу навести зло на Авесалома». Точно от Господа Давиду интересно, где Господь, в 42-м псалме мы читали. Бог работает за ширмой, он все контролирует.
Братья и сестры, Бог контролирует каждое обстоятельство. Совет Хушая был лучше, потому что Бог сделал его лучше. Он был предназначен, чтобы нанести поражение совету Ахитофела. Это была Божья воля, это Божий путь, Божий план освободить Давида, поразить Ахитофела, разрушить совет Авесолома. Бог демонстрирует свою силу через Давида, который контролирует ситуацию и сердца врагов Давида и ставит Ахитофела на потом. Даже если характер Давида, который был величайшим, Бог не забыл его. Его Божья верность не может измениться непостоянством его людей. Каким бы ни были мы слабы или с погрешностями, с ошибками, с недостатками, Божья верность не меняется к нам. И это мы видим в Давиде. А у Давида были свои ошибки в жизни, были свои грехи, были свои промахи. Бог остался верным ему. Посмотрите на 15 по 17 стихи, как происходят эти переговоры. «Тогда сказал Хуши Цадоку и Авиафару священникам, так как советовал Ахитофел Авесалому и старейшинам Израиля, так и я советовал, потому пошлите теперь скорой, скажите Давиду, говоря, не ночуй этой ночью на равнине на дикой местности, но быстро перейди, чтобы не был поглощен царь и все люди, которые с ним. Ионафан же и Ахимас стояли у Эн-Рогеля, ибо нельзя было, чтобы их увидели входящими в город. И пошла служанка, рассказала им, и они пошли и рассказали царю Давиду». Вот такая цепочка из разных людей, которые доносят до Давида нужную информацию от Хушия. Хуший делает все возможное, что как можно быстрее информация добралась до Давида. Идет к священникам, священники имеют своих сыновей, у которых молодые ноги, скажем, или быстро бегают. Они приходят в город, оттуда выходит служанка, они передают, и информация доходит до Давида. Первое, что Хуший делает, он говорит, что я должен оповестить Давида. Кроме этого, Давид правильно делает. А его шпион идет и говорит священникам. Давид имеет цепь тех людей, которые передают информацию. Он говорит, мы имеем слово к Давиду, потому иди в село по имени Эн-Рогель недалеко от Иерусалима. И Ионафан и Ахимас ожидают, что придут в город, и они понесут эту весть. Они не хотят, чтобы люди были знакомы с ними в городе, потому что они дожидаются его за городом. Священники выполняют свое служение и посылают этих парней. Когда вы смотрите на это, есть определенные люди, которые передают по цепочке. Священники говорят служанке, девушке, она передает это парням. А чему Бог желает научить нас? Сегодня для Бога передать весть требуются люди. Если вы девушка, если вы парень, если вы священник, или вы, кто бы вы ни были, Бог нуждается в вас для того, чтобы многие еще не спасенные люди узнали о его спасительной силе. Посмотрите на стихи с 18 по 21. Второй книги Самуила, 17 глава. «Однако я увидел... Их увидел один отрок и рассказал Авесалому, но они оба скоро ушли и пришли в дом одного человека в Бахуриме, который имел колодец во дворе, куда они спустились. А женщина взяла, растянула над устьем колодца покрывало, насыпала на него молотое зерно, и об этом не узнали. И когда слуги Авесалому пришли к женщине в дом, они сказали, где Ахимас и Ионафан? И сказала им женщина, они перешли через поток воды, и когда они поискали, не смогли найти их, они возвратились в Иерусалим. И было после того, как они ушли, что они вышли из колодца, пошли и рассказали царю Давиду, и сказали Давиду, встаньте скоро, перейдите в воду, так советовал против вас Ахитофел». Заметьте 20 стих, когда слуга Авесалома увидел, что не могли найти их, они вернулись в Иерусалим. А 21 стих говорит, и было после того, как они ушли, они вышли из колодца и нашли, рассказали о царю. Вот это так сработало. Бог положил защиту на этих парней. Да, может быть, был тесный колодец, да, может, там было сыро, неудобно, холодно или еще как-то, но это
исторически, они спрятались в колодце. Спрятаться в колодце — это сработало. Несколько вещей. Вам необходима духовная защита. Спрятаться в колодце слова — это быть в хорошем месте. Или почему спасение щит, а мне дан от вечных кар? Вот это колодец Божьего Слова, откуда мы можем черпать и черпать и черпать и утешение, ободрение, наставление, что никогда не закончится. Спрятаться в колодце Слова – это быть в хорошем месте. Это сохранит вас от многих проблем, спрятаться в колодце. Бог использует колодец как цель для защиты. Бог всегда защищает своих людей. Они осознавали, что они пойдут потом своим путем. И Бог защищает и вас, а Он является прибежищем. Он наша безопасность. Это значит, что Он покров, наше убежище, или Он наш бронежилет, пуленепробиваемый, для того, чтобы сохранить нашу жизнь. Это может быть стыдно для двух парней прятаться в колодце. Иногда Бог делает работу, чтобы мы обнаружили себя в смирении, в униженном состоянии. Когда они вышли из колодца, они продолжили свое занятие. Если бы вы унижены, вернитесь к вашему занятию снова. Выйдя из колодца, продолжайте делать свое дело. Практически это то, как выполняется забег. Не только мы видим путь Господа и передачу информации. Посмотрите на тайну этих вестников. Стихи с 21 по 22, 2 Самуила 17 главы. И было после того, как они ушли, что они вышли из колодца и пошли, рассказали царю Давиду и сказали Давиду: «Встаньте, скоро перейдите в воду, ибо так советовал против вас Ахитофел». И тогда встал Давид и все люди, которые были с ним, и перешли Иордан. К утреннему свету не осталось ни одного из них, который не перешел бы Иордан. То есть они не медлили, сразу начали переправу. Возможно, информация пришла к ним вечером. Тогда же вечером они начали готовиться к переправе. Они не сказали: «Ну, подождем до утра, посмотрим, какая будет погода, может быть, будет благоприятная погода, и тогда мы начнем переправляться». Нет, они сразу начинают переправу. Трудности проверяют основание лояльности. Друзья Давида были с ним через разные времена. Толстые, тонкие, хорошие, плохие, вверху и внизу. Бог использует малых людей для того, чтобы доставить ему славу. Вы помните девочку-служанку, которая была использована для спасения Неймана, сирийского генерала, зараженного проказой? Во второй книге царей, 5 глава, рассказывает о ней, что она посылает его пророку Елисею, который дарует ему исцеление. И вышли сирийцы отрядами, увели в плен из земли израильскую маленькую девочку, она служила жене Неймановой. А был другой человек, Авед-Мелех. Недавно в четверг мы слушали проповедь об нем, который нашел эти старые тряпки в храме, которые с веревками нашел 30 человек и вытащили Иеремию из этой ямы, где он находился. Это Иеремия 38 глава, мы прочитаем с 7 по 10 стихи. 38 глава, с 7 по 10 стихи. Может быть, вы также не значительный человек, не какой-то властный человек, не имеющий авторитета человек. Вот Авед-Мелех сделал то, что от него требовалось. Он спас Иеремию от голодной смерти. Так, когда же Авед-Мелех, эфиоп, один из евнухов, который был в царском доме, услышал, что Иеремию посадили в яму, а царь сидел тогда в воротах Вениаминовых. Авед-Мелех вышел из дома царского и сказал царю, говоря: «Господин мой царь, эти люди сделали зло во всем, что они сделали Иеремии пророку, которого бросили в яму, и он, вероятно, умрет от голода в том месте, где находится, ибо нет больше хлеба в городе». Тогда царь приказал Авед-Мелеху эфиопу, сказал: «Возьми с собой отсюда 30 человек и вытащи Иеремию пророка из ямы, пока он не умер». И пример из Нового Завета. Это маленький мальчик. Я не знаю, маленький мальчик, как внучек Марианы, может быть, больше, может быть, меньше, не знаю. Но мы находим в Иоанна 6 главе 9 стих. Есть здесь мальчик, который имеет 5 ячменных хлебов и 2 рыбки.
но что это среди такого множества? Вы помните, как он отдал свой обет Иисусу? Иисус из-за обеда одного маленького мальчика сделал пищу для 5000 человек и, наверное, больше, чем 5000. Названным Богом. Проблема с некоторыми людьми, что они чувствуют себя очень хорошо, когда делают что-то для Господа. Другие чувствуют, что им нужно вложить свое время в кого-то, а чтобы это сработало. Некоторые чувствуют, что они сделали достаточно. А наша самооценка. Мы должны быть те, которые чувствуем, что это требуется для Господа. Наша достаточно недостаточно никогда. Когда мы говорим, с меня хватит, это значит, что нам нужно подключиться и сделать больше. Здесь Давид делает то, что необходимо сделать. Бог работает на его стороне. Бог убеждает Давида выиграть битву. И Бог сделал свою часть. Теперь Давиду нужно сделать свою часть. И вот что важно, есть принцип здесь. Частью ответственности и ученичества требуется делать вещи ночью. Если вы уставший, иногда в пастыре нуждается ночью, кто-то звонит ему в 10 часов или в 12 часов ночи, говорит, вот мой родственник готов перейти в вечность, придите помолиться. Мое время вышло, я до 5 работаю, до 9 работаю, или с 9 работаю. Нет, у пастора нет таких извинений. Он должен пойти в ту больницу, или в тот квартиру, или куда-то еще, и помолиться с кем-то, и взять на себя это бремя, а что вот тот переходит в вечность, или там с ним что-то случилось. Давид здесь трудится ночью. А как же работать ночью? Всеночное молитвенное собрание. Научитесь бессонницу превращать в молитву. Не пейте димедрол, читайте Библию. Это лучше, чем димедрол или там какой-то другой медикамент. Работа Господа требует усердия и пота, и слез. Заметьте, они прошли все через Иордан к раннему утру. В Библии мы читаем о реке Иордане. Мы читаем, что иногда настоящие чудеса были в истории реки Иордан. Потому здесь Давид пришел к месту исторического чуда. А в чем здесь сообщение? Не зависите от чудес все время. Если от вас требуется усилие, приложите усилие. Не ждите Божьего чуда. Здесь Бог всю работу сделал за него. Теперь Бог желает, чтобы он шел вперед и трудился. Тогда Давид пришел в Маханаим, читаем в 24 стихе. Авессалом перешел в Иордан, он и весь Израиль с ним. Это обычная рутина, которая не нужна ни вам, ни мне. Вы хотите дойти до Маханаима? Понаблюдайте, что делает Бог. Бог принес правильный совет. Он имел своих людей в разных частях, сделал так, чтобы они донесли вещь, чтобы они не были перехвачены Авессаломом, не были уничтожены. Бог принес правильную поддержку. Посмотрите, что еще делает Бог. Стихи 24 и 25. Когда Давид пришел в Маханаим, Авессалом перешел в Иордан, он и весь Израиль с ним, и сделал Авессалом Амасу начальником воинства вместо Иава. И Амаса был сын одного человека, чье имя было Ифра-израильтянин, который вошел к Авигаэль, дочери Нахаша, сестре Царуи, Иавовой матери. Когда мы смотрим на армию, которая поддерживает Авессалома, которую преследует Давида, мы видим, что этого человека называют израильтянин. Видите? Он израильтянин, он не... который вошел к Авигаиль, дочери Нахаши, сестре Царуи и Иоавовой матери. Здесь Авессалом, его люди вокруг него названы израильтянами. Павел говорит, что не все израильтяне от Израиля. И вот в чем картина. В один день будет человек, как Авессалом, он будет антихрист. И когда он будет преследовать божьих людей, там будут иудеи-израильтяне вместе с ними, с неизмененными сердцами. Есть люди и сегодня, которые называют себя христианами. Вот вся Молдова называется христианской страной. Спросите у них, сколько они знают о Христе.
А кто он для них? Он, может быть, творец всего лишь, а может быть, вообще никто, может, ангел какой-то, а еще какие-то там разные толки есть. Но не все с измененными сердцами, и не все они спасенные. Чему Бог учит нас? Вы не можете доверять этикетке. Если он говорит, что я верю в Бога, это не значит, что он христианин еще. Расспросите у него подробнее. Как он представляет себе Бога? Кто для него Бог? Когда последний раз он был послушен Богу? А что он сделал для Бога вчера, сегодня, на этой неделе или в этом месяце? И вы увидите, что это не то, что вы думали. 2 Самуила, 17 глава, стихи с 27 по 29. «И было, когда Давид пришел в Маханаим, что Шови, сын Нахаша, из Равы, детей Амона, и Махир, сын Армиила, из Ладивара, и Верзалай, Геладит, и из Рагелима, принесли постели, тазы, земляные сосуды, и пшеницу, и ячмень, и муку, и поджаренное зерно, и бобы, и чечевицу, и поджаренные овощи, и мед, и масло, и овец, и сыр крови для Давида, и для людей, которые были с ним, чтобы ели, ибо говорили они, народ голоден и утомлен, и терпит жажду в дикой местности». Мы видим Божью заботу о Давиде, когда он в нужде. Мы видим, что Бог обеспечивает правильным советом, правильной поддержкой, и теперь он обеспечивает те нужды, которые есть у людей Давида в этой дикой местности, и восполняет их поддержкой. Во-первых, вот эти три человека. Давайте посмотрим. Первый из них – Шова. Во второй книге Самуила 10 он имеет брата в первом стихе. Этот парень выбрал правильное, его брат так не сделал. Это Аммонит приходит и приносит поддержку для Давида. Видите, израильтянин, который выступает против Давида, как военачальник Авесолома. Аммонит, который должен идти против, он приносит поддержку. Скажите, это не Божье чудо? Когда тот, от которого вы ждете вражды, помогает вам, а тот, от которого вы ждете добра, идет против вас. Махир, это второй человек, 2 Самуила, 9 глава, посмотрите на первый стих. Это гостеприимный человек, у которого находится Мефибошет, а он оставался в доме Махира. Махир, человек, предоставляющий гостеприимство. Как много нужно было вот этому Мефибошету вот такое место, где бы он мог бы какое-то время находиться, пока утвердиться. Вы помните, царь Саул должен был быть уничтожен в битве, а пока воцарился Давид, пока он узнал, где находится Мефибошет, это время Мефибошет висит в воздухе. И вот Махир принимает его в свой дом. И Варзилай, Гилеадит из Рогелима, человек в возрасте и является другом Давида. Мы видим три характера. Они происходят из семьи, которые борются против Господа. Другой тот, который всегда проявляет гостеприимство. И третий, который может принести плод в преклонном возрасте. Поэтому Варзилаю 80 лет. Если вам не 80 лет, возьмите с собой пачку трактатов. Не стесняйтесь сделать что-то для Господа. Он вас вознаградит за это. Люди часто дают остатки. Приносить вещи, но это очень помогает. В этой главе мы видим подготовку к битве. Мы видим верность Господа, убедиться в том, что правильный совет будет дан, чтобы позволить моему человеку выиграть. Он имеет цепь, по которой передается помощь в это место. И даже некоторые люди готовы приносить помощь. Вся суть этого – наш Спаситель. Наше сердце должно быть поддержано Библией. Вы не только пользуетесь книгой, как священники это делали, но используйте эту книгу, чтобы сказать и научить, как правильно поступить, даже если ваше сердце неправо.
Вы можете быть миссионером здесь с правильными намерениями, но все будет неправильно. Вам нужно прислушиваться Божьего сердца. И вот тут вот мы видим, как много мог бы сделать Ахитофел, первый советник, если бы его сердце было привязано к Богу. Но поскольку он взял все на себя, на свой интеллект или свой разум, а он проиграл. Бог этот совет поставил в нижний ящик, никто им не воспользовался, и мы находим, что стало с Ахитофелом впоследствии. Мы тут остановимся и помолимся Господу, чтобы мы могли прибегать к Господу, не стеснялись сделать что-то для Господа, когда Он в нас нуждается, чтобы во время, когда у нас будет нужда, мы могли также попросить Его об этом. Помолимся Ему. Наш дорогой Бог, мы славим Тебя за каждый из этапов жизни Давида, в которых он находится теперь. Мы видели много разных сюжетов того, когда враги его атаковали. Помоги нам тогда, когда нас враги атакуют, видеть свою цель впереди, видеть ту надежду, видеть ту цель, которую Ты желаешь, чтобы мы пришли. Не падать духом, не разочаровываться, но надеяться на Тебя. Молимся Тебе, Господь, помоги нам быть тем кушаем, который взял во внимание Тебя, Господи, взял во внимание все Твои заслуги, которые Ты помогал Давиду с львом и медведем, с Голиафом, с Саулом, чтобы разочаровать Авесалома и Ахитофела, Господи. Помоги нам помнить о Твоих достижениях в нашей жизни, чтобы быть вознагражденным за все, что Ты делаешь для нас, Господь. Молимся Тебе на этой трудовой неделе. Помоги нам сделать что-то для Твоего Царства, расширить его на чуть-чуть, чтобы Ты был возвеличен и прославлен. Достоин наш Бог. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. Аминь. Спасибо за внимание.